Всем привет, меня зовут Евгения Головачева, и в этом видео я хотела бы с вами поделиться тем, как сделать шапку на YouTube. Это была моя первая шапочка, я пробная такая, сейчас мы еще с вами переделаем. Для этого вам понадобится будет под этим видеороликом ссылочка вот с такой вот картинкой, которую вы скачаете себе. Для чего она, я вам скажу позже. И вот такая программа. Также ссылочку вы найдете под этим видеороликом. Называется она pizap.com. Зайдя на нее, вы нажимаете кнопочку «Старт». Дальше вы заходите в «Edit». Оно прогружается сейчас. Здесь вы на этом сайте можете зарегистрироваться, можете не регистрироваться. Нажимаете кнопочку «Компьютер» и выбираете ту шапку, которую вы скачаете. Вот эту картинку, куда она у вас идет, вы ее выбираете, загружаете. Дальше мы нажимаем также вот сюда на эту кнопочку «Cut Out Tool» и выбираем еще раз «Компьютер» и выбираем уже фон, тот, который вы хотите, чтобы у вас был на рабочем столе. Я выбираю вот такой вот голубенький фон. Теперь нам нужно его полностью делать вот таким вот образом, заштриховать, заретушевать. Для чего это надо? Чтобы у нас полностью эта картиночка скопировалась. Если мы оставляем какое-то место не заретушеванное, то это место у нас не скопируется. В общем, мы вот так это все ретушуем. С ретушевкой у меня проблема. Так, еще немного. Будет у нас все готово. В общем-то, это все делается быстро на самом деле. Единственное, вот следующее я буду вставлять свою фотографию, там вот как-то, ну, ее надо будет заретушевать красиво. Либо вы, если вы опытный пользователь фотошопа, то вы можете ее отредактировать в фотошопе. В общем, вот так. Все, нажимаем «Финиш». Вот она, наша картинка появилась. Для чего мы делали ту картинку, вставляли? Для того, чтобы по той картинке мы подогнали, собственно, размер. Вот так. И нажимаем. Теперь мы также нажимаем. Можете вы, в принципе, здесь написать что-то, если вам вы больше не хотите ничего вставлять. Мне нужно еще вставить фотографию. Уж очень я ее хочу вставить. Сейчас я поставлю на паузу, так как я буду ее сейчас вот так выделять, чтобы мне задний фон оставить, он мне не нужен. Так, в общем, вот что у меня получилось. После того, как вы выделили область, если вам какая-то фотография нужна, вы также нажимаете кнопочку «Финиш». И вот что у меня вышло, да? И сейчас мы ее уменьшаем, ну, примерно вот так вот, и ставим примерно вот здесь. И нажимаем кнопочку. Теперь мне нужна надпись. Текст. Мы пишем текст. Любой текст, который вас интересует, у меня будет такой.
Головачева через ее. У меня Головачева, это слишком большой. Вот так вот. А цвет, то есть, ну, естественно, вы ставите так, куда вам нужно этот шрифт. Так, картинку мы давайте чуть-чуть бокой сделаем. Шрифт вот так. Его можно поменять цвет шрифта. То есть, да, более темно-синий, да, такой сделать. Вот так, наверное. Можно сделать подсветку. Так, что у меня тут выскочило? Убираем. Можно сделать подсветку какую-либо шрифта. Так, это плохо видно. Давайте вот такое что-то сделаем. Вот, сочетанием картин. Так, и здесь дальше мы пишем «Создавай свой успех». «Создавай свой успех». Вот так вот это пусть будет. Пусть будет вот так. Вот такая вот у меня картинка получилась. И сейчас мы ее сохраняем. Оп! Нажимаем кнопочку «Сохранить». Убираем в Facebook столе. «Сохранить». Вот так. Так. Теперь нам нужно поменять размер этой картинки. Вам также понадобится программка. Здесь она также будет под этим видеороликом. Это программка. Заходим в программку и изменяем размер. Изменить размер. Выбираем файл, который нам нужен. Так, он у меня на рабочем столе. Мы его найдем тут. Угу. Вот он. Открываем. Ага. Загрузить. Нажимаем. Прогрузится. Нам нужно изменить размер сейчас. Вот. Мы меняем на размер. Вот 20-50. И здесь 1152. Изменить размер. Так. Сейчас прогрузится. Вот он изменился. Нажимаем «Скачать». Вот он у нас скачался. Так, открываем. Вот здесь у вас появляется карандашик. Вы нажимаете на этот карандашик «Изменить оформление канала». И вашу картинку вы можете, то, что у вас сохранилось, загрузить с компьютера. У меня эта картинка вот тут есть. Я ее просто перетягиваю сюда. Загружаю. Вот у меня что получилось. Выбираем. Вот такой вот получился у меня. Вот такая получилась шапочка. Гения Головачева, создавай свой успех. Ну, я считаю, что в принципе красиво. Если вам это видео понравилось, пригодилось, применяйте, пожалуйста. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.